Новая банковская компания в Индии направлена на цифровую грамотность граждан. Главный министр Ассама северо-восточного штата Индии Сарбананда Соновал в сотрудничестве с Государственным банком страны 5 декабря запустил цифровую банковскую компанию. Как сообщает The Time of India, после недавней демонетизации рупий в стране такой шаг был необходим. Это, заявил министр Ассама, поможет избежать накопления черных денег.